вынуждены констатировать применение против наших вооруженных сил нового вооружения. Вчера были журналистам продемонстрированы воздушные разрывы, которые нам удалось снять на видео, мы их сегодня опять посмотрим. И вчера же мы поехали на место и разобрались, какое поражение наносят эти воздушные разрывы. Мы констатировали, что применяются опять новые боеприпасы, которые не находятся на вооружении вооруженных сил Украины. По нашему мнению, эти боеприпасы антигуманны, потому что они наносят множественные ранения различной тяжести человеческому организму. И человек будет претерпевать страдания, а оперативное вмешательство может длиться по извлечению этих осколков, будет длиться длительное время. Эти боеприпасы были применены в населенном пункте Широкино, прямо по населенному пункту, в том числе по позициям, где находятся наши вооруженные силы. По нашему мнению, это было применены артиллерийские боеприпасы. И до этого момента мы не встречали таких боеприпасов. Мы считаем, что Украина стала полигоном для нового вооружения, для испытания нового вооружения Российской Федерации. К чему впоследствии приведет применение такого вооружения, можно только догадываться. Вашему вниманию осколок обычного снаряда. Вашему вниманию осколок снаряда, который применялся против наших войск. Ромбовидные готовые элементы, которые уже показывали журналистам. А вот эти осколки были извлечены из автомобиля, из обшивки автомобиля, из металла в районе населенного пункта Широкино. Осколки размером от миллиметра и менее до 1,5 сантиметров. Не больше. Осколков огромное количество, ими практически был усыпан весь автомобиль. В районе Широкино был зафиксирован один воздушный разрыв, после которого осколки полетели вниз на позиции наших войск. Сейчас появится второй разрыв. Видите, появился второй разрыв в воздухе на одной высоте. Вообще стрельба на воздушных разрывов – это стрельба артиллерии, которая требует особой подготовки. Неподготовленный человек применять такие боеприпасы не в состоянии. После этого мы прибыли в населенный пункт Широкино. Давайте посмотрим. И констатировали многочисленные следы от поражения. Вот это сантиметр приблизительно. Вот это все действие одного боеприпаса. Количество этих осколков даже трудно подсчитать. Все они будут находиться в теле человека. Некоторые пробивали металл, некоторые застревали в металле. Применены эти были боеприпасы в населенном пункте. Во время перемирия применяли ее, это оружие применяли специалисты. Противник продолжает намагатись выбить нас из населенного пункта Широкино. На жаль, мы можем констатировать, что есть у нас санитарные втраты, то поранені військовослужбовці різної ступені важкості. Мы ведемо бої виключно із застосуванням стрілецького озброєння. Тому що нашим військовослужбовцям безпосередньо загрожує застосування зброї. Більше того, ми відбуваємо постійні атаки противника на наші підрозділи, на рубежі, зайняті нашими військами. Наші війська ведуть бої без підтримки артилерії, тому що ми дотримуємося умов перемир'я. Ми не застосовували би і стрілецьку зброю у випадку, якщо не атакував би противник. А это
А вы представляете, вот такое вот сотня таких осколков изрешетит тело. И что надо, чтобы вы вытащили эти осколки? Все они на различной глубине. Вы видели, некоторые застряли в металле, а некоторые проникли насквозь. То есть это, ну, вы просто это не озвучили, вы считаете, что это какое-то запрещенное оружие, да? Мы считаем, это негуманное оружие. Ну, есть там какая-то классификация. Я не могу ответить, это должны ответить должны специалисты. Насколько разрешенно, есть юристы, есть соответствующие органы, которые ответят. Мы отправим все эти осколки нашим соответствующим органам, которые, если надо, они сообщают. Если они найдут это оружие запрещенным, они, естественно, доведут до общественности.